Вопрос строительства еще не решен, но деревья уже вырубили. Жители 15-го микрорайона возмутились неожиданной и быстрой вырубкой деревьев под окнами одного из домов. Позже выяснилось, что участок земли в частной собственности. Было ли разрешение на уничтожение деревьев и что надумали там возводить, выясняла Ирина Вабищевич. Жители полностью против постройки магазина, потому что на данный момент он здесь нам абсолютно не нужен. Кто им казал? Позволил вот такую х** делать. Магазин нахер здесь никому не нужен. В конце прошлой недели развернулась бурная деятельность за 25-м домом в 15-м микрорайоне. Это район Горняка. От инструментов рабочих полегли десятки деревьев. Да так быстро, что жители не успели опомниться. Была вызвана полиция, а позже выехали представители акимата. Ничего незаконного в действиях относительно вырубки не усмотрели. Данная территория находится в частной собственности. Собственник данного земельного участка обратился в аппарат акима Октябрьского района для выдачи разрешения на вырубку деревьев. Соответственно, разрешение было дано с условиями того, что оно будет в 5-кратном размере компенсироваться посадка других деревьев. Со стороны районного акимата никаких нарушений в действиях заказчика работ не усматривается, так как уже лет 5 земля в собственности частника, причем и та часть, где проходит аллея. Нарушения здесь увидели в другом. На сегодняшний день собственнику данного участка составлен административный протокол по 505 статье по своевременному невывозу по уборке территории. Также жители узнали, что перед их домом намечено грандиозное строительство, и этот факт еще больше возмутил. Супермаркет нам абсолютно здесь не нужен. По технике безопасности, если будет стоять двух-трехэтажное здание, к нашему дому не подъедет никакая техника, ни пожарная. Деревья продолжают вырубать, получается. Перешли на другую сторону. По плану мы смотрели, 121 метр в длину будет помещение, здание. Мы останемся без света, потому что все коммуникации будут на наш дом. Ни солнца не будет, будут эти тараканы, крысы, это все полезет с этого аяна. Как обычно бывает. Хотя они утверждают, что ничего не закроется, все будет чисто, все будет убрано. Но этого не будет. Также взять реал, также взять тот аян, корзину нашу. Строить тут собрались супермаркет, по другой информации – торгово-развлекательный центр. Данные по этажности тоже разные. То говорят в два этажа, то уже в один. Однако известно, что собственник в отдел архитектуры подавал документы и получил в марте отказ. Причина – несоответствие целевому назначению. По плану тут должна была быть закусочная. Но, по всей видимости, аппетиты собственника выросли, и он решил замахнуться на более крупный объект. Как он намерен урегулировать вопрос, узнаем позже. Но жителям района уже не увидеть первую зеленую листву на этих деревьях. Только сейчас срубили опять дерево. 15-й микрорайон, дом 25. 19 число. Ирина Вабищевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5-й канал.